Сегодня вопрос знания государственного языка казахстанцами стоит особенно остро. На ближайшие 5 лет запланирована большая работа по этой линии. Ключевые аспекты языковой политики рассмотрели педагоги на республиканском семинаре-тренинге. Главная цель семинара-тренинга заключается в освещении новых методик преподавания казахского языка и их совершенствовании. Таким образом, укрепляется педагогическое мастерство. Нашими слушателями стали коллеги из других регионов, а приглашенные спикеры являются авторами различных учебников и методических пособий по казахскому языку. Проблемы со знанием казахского языка начинаются еще в дошкольном возрасте. Чаще всего ребенок испытывает затруднения из-за того, что растет в среде, не знающей государственного языка и не говорящей на нем. Помочь в решении этой проблемы может индивидуальный подход к каждому ребенку, считают педагоги. Мы наблюдаем за самыми частыми поисковыми запросами в социальных сетях. Отслеживаем, что интересно молодому поколению, какие сферы и направления их привлекают. Потом проводим анализ и составляем уроки, основанные в первую очередь на интересах самих детей. Ранее педагоги посетили республиканский форум во Дворце школьников, где обсудили вопросы расширения сферы применения казахского языка. Это по-прежнему остается ключевым приоритетом государственной политики. Валерия Филатова, Шерния Симанов, МТРК.